Светильники, модуль управления, камера фото-видеофиксации, светодиодная табличка, проектор – все это оснащение умного пешеходного перехода, который появился на улице Щетинкина. Выбор места не случайен. Ежедневный автомобильный трафик здесь значительный. Вблизи социальные, культурные и государственные учреждения. Система позволяет значительно увеличить безопасность пешеходов. Наши работы были по умному пешеходному переходу. Мы установили оборудование, отрегулировали проекцию, отрегулировали камеры, которые видят пешеходы и включают проекцию пешеход над проезжей частью. В данный момент оно еще находится в стадии регулировки, чтобы работало корректно. И ждем от производителя нарезку слайдов, чтобы запустить проекцию в полную силу. Общий план технического обновления объектов освещения городских дорожных участков в этом строительном сезоне – 30. Задача специалистов – усилить освещение. 15 выполнены, 15 еще выполняем в течение октября, должны делать до конца все планированные объекты. Помимо типового освещения, Абакан меняет светильники и в рамках энергосервисного контракта. Так, на улице Щетинкина в прошлые строительные сезоны появились светильники, которые значительно экономят потребление энергии и имеют больше световой поток. В планах установить такие же и в других районах республиканской столицы.